Выходные у предпринимателей – время бойкой торговли. Но продавцы в Адлерском кургородке убирают товар с полок. Нам сказали, что скоро ломать будем. Ну а точно, когда не знали. Арендаторы торговых точек готовят павильоны к сносу. Эти ларьки, несмотря на свой капитальный вид, объекты сезонной торговли. Именно так прописано в соглашении с мэрией. Договор аренды на землю у хозяина павильонов закончился еще в октябре. Но он не поспешил покидать выгодное для торговли место. По причине нежелания демонтировать объекты на момент истечения договора, было принято решение о передаче материалов в правовое управление, далее в суд. И сегодня мы видим, что при совместной работе с приставами, судебными приставами приводится в исполнение решения суда. Это демонтаж объекта. Сегодня объекты сносят по суду. Предприниматель решил, выгоднее и быстрее будет исполнить его решение самостоятельно. Обещает управиться за несколько дней. Я уже 5-6 лет уже работаю с администрацией на конкурсных основах. И хочется, конечно, чтобы улучшить красиво, чтобы было здесь. Сам решил демонтировать это все. Самому, конечно, выйдет дешевле, тут недолго его сносить. Строить, ломать, не строить. По решению суда в Адлерском курортном городке будет снесено 6 таких сезонных павильонов. На их месте, рассказывают в администрации Адлерского района, скорее всего, появится зона отдыха. Возможно, здесь будет какая-то зона отдыха с лавочками для людей. Я думаю, что для отдыхающих, как для отдыхающих, так и для местных, должны быть такие зоны, где они могут посидеть, пообщаться в красивом, благоустроенном месте с озеленениями, с лавочками, с красивыми. Ну а павильоны в кургородке – это лишь часть тех торговых точек, которые будут снесены в Адлере в ближайшее время. Такая же судьба в целом ждет 18 павильонов. Ну а предпринимателям предложены места в районных торговых центрах. Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.